Перепутала педали. Автоледи устроила ДТП во дворе многоэтажки. Кадры из Магнитогорска. Вот иномарка плавно подъезжает к парковочному месту, и вроде бы все хорошо. Парковка удалась, но машина дальше продолжает ход и даже ускоряется. В итоге задевает рядом стоящее авто и врезается в забор. Как выяснилось позже, девушка за рулем иномарки просто перепутала педали. А в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись Kia и Volkswagen. ДТП произошло на регулируемом перекрестке поздно вечером. В результате столкновения одну из иномарок отбросило в металлическое ограждение. Очевидцы засняли последствия аварии на фото и видео. О пострадавших не сообщается. Иномарка перевернулась на трассе. За рулем был пьяный 40-летний мужчина. Под шофе он не справился с управлением. В итоге машина начала съезжать с трассы, а потом опрокинулась. Травмы получил пассажир. Его госпитализировали, а вот водитель не пострадал.